Всем привет! Сегодня хочу показать свою приставку Movix Pro Voice, как она выглядит без сервисов Dom.ru. То есть вы видите, рекомендованное только YouTube, ну, то, на что вы подписаны, то есть ваши подписки. Все, больше ничего нет. И остались приложения, которые у вас стоят на приставке. То есть вот такие приложения стоят у меня. Если по каким-то отдельным приложениям будут у вас вопросы, задавайте в комментариях, я расскажу. Сегодня это мы не рассматриваем, мы рассматриваем только, как избавиться от Dom.ru на ее приставке. Итак, поехали. В конце, кстати, будет одна фишка. Кто досмотрит до конца, фишку тоже увидит. Заходим в управление приложениями и видим, есть все приложения. Ах, черт, не успел. Можно было нажать «Показать системные». То есть мы здесь видим те приложения, которые стоят у нас на приставке. «Показать системные». Такие приложения. Кстати, Aptoid я поставил в магазин, но он в принципе по большому счету не нужен. На предыдущей приставке не войце, да, он там нужен, потому что Play, Google Play там нет. Все, мы посмотрели. Кому надо в перемотке посмотреть, да? То есть вот такие приложения, в том числе и Duo. А Duo, он у меня есть видео, как можно звонить по видеосвязи другим абонентам Duo. Но самое главное, что нам нужно, это приложение называется. Movix Pro. Мы заходим в него. Обратите внимание, мышка от LG Magic. А если мы его откроем, мы попадаем именно сюда, то есть в эту заставку. Ох ты, он выскочил полностью. Ладно, хорошо, пойдем еще раз. Я думал, он не даст выйти. А, ну и вы видите, да, пользовательские настройки — это как раз те настройки Dom.ru. Они у меня вообще отсутствуют. То есть если нажать «Войти», то вы даже и войти не сможете. Они как-то сделали так, чтобы приходили работники и сами вводили какие-то данные. То есть нам это не надо, поэтому мы этим не пользуемся. Да, немножко по-другому пойдем, да? Приложение. То есть можно было все приложения, и открываем. Да, зачем? А, да. То есть, нажав Movix Pro, первое, что вы делаете, удалить обновление. Удаляем обновление. Что-то лишнее. Отвлекся. Вот, вы видите, мы удалили, да, приложение. И получается, что мы опять либо должны зарегистрироваться, у нас это не получится, либо авторизоваться, у нас тоже это не получится. Мы, как обычно, нажимаем Home. Кнопочка, ее не видно, да? Ну ладно, нажимаем Home и выходим в главное меню. После того, как вы удалили обновление, у вас вот будет уже вот такой интерфейс. Вы можете еще раз зайти, посмотреть, какие у вас обновления имеются. И мы видим, у нас есть найденное обновление для Movix Pro Voice. Без проблем мы их закачиваем. Ну, то есть, мало ли, что-то у них там, какие-то сервисные файлы есть или еще что-то. Или системные файлы. Мы это все ставим без проблем.
После установки интерфейс не изменится никак. То есть он у вас будет уже таким, какой я показал вам. Так, что там? С памятью плохо. Все. Добро пожаловать. И мы также нажимаем открыть. Попадаем в это меню. Все. Больше никаких проблем нет. Хочу еще раз подчеркнуть, что приставка, в принципе, минимум на тройку, ой, на четверку твердую. Может быть, даже где-то близко к пятерке. Почему? Потому что здесь есть Google сервисы, потому что здесь есть, ну, вот такую вот ошибку он выдает. Может даже иногда выдавать. Можете просто закрыть и все. Во-вторых, пульт голосовой набор. Так. Попробуйте еще раз. Ну, давайте перезагрузим. Должно быть все нормально. То есть я же делал это то же самое. Так, а перезагружать мы никак не умеем. Эта приставка не перезагружается и не делается. Ничего с ней не делается. Она не умеет делать ни скриншоты, вообще ничего не умеет делать. То есть они залочили все, что только можно. Вот интерфейс вот такой есть. Ну и если есть какие-то вопросы по поводу приставки, задавайте в комментариях, я обязательно расскажу. Ну и напоследок я вам расскажу про фишку, которую я обнаружил абсолютно случайно. Оказывается, вот... Блин, как не светит, да. Это LG Magic. Пульт LG Magic. Он работает четко с этой приставкой. То есть используется голосовой набор на пульте LG Magic в этой приставке. То есть выключаем приставочку. Включаем ее заново. Еще обнаружил такой косяк какой-то. Постоянно включенная приставка. Вот просто постоянно включенная все. Как не подойдешь к этому... тому месту, где она стоит. У нее этот глазок горит и все. Не могу понять почему. То есть голосовой набор как на пульте работает на фирменном от приставки. Также он работает и на LG Magic. Что-нибудь попробовать поискать. Так, кнопочка микрофона. Ничего искать не надо. Ничего искать не надо. Да. Также это действует в любом YouTube поиске. То есть без проблем берете, заходите в YouTube, открываете его, заходите в поиск. И вот сейчас я, допустим, попробую сказать на LG Magic. Этот пульт подальше, там, не знаю, откину фирменный. Нажимаю на LG Magic ОК. Ничего искать не надо. Все без проблем работает. То есть четко работает пульт от LG телевизора под названием LG Magic. Все, вы опять в этом интерфейсе, а здесь уже вы делаете все, что хотите. То есть хотите измерить скорость. У меня скорость, конечно, маленькая, к сожалению. 100 мегабит выдает, и здесь подцеплено не проводами, а Wi-Fi. LG Magic, как и ползает. Ну, мышка, к сожалению, не работает. То есть аэромышь не работает. То есть только кнопки LG Magic. Да, что-то сегодня вечером плохая совсем скорость. Обычно, ну, 42. Потому что приставка стоит рядом с роутером. Не должна. Ну и также опять Magic'ом. Выходим и также двигаемся куда хотим.
вверх, вниз, смотрим YouTube. Вот он, кстати, вот зашел в поиск. Нажимаем поиск, двигаемся. Найди уже что-нибудь. Все без проблем ищет. Но вот в этом поиске он что-то как-то плохо работает. То есть это в самих приложениях нормально. А здесь, видимо, поиск происходит по Movix Pro. То есть по рабочему столу. А на рабочем столе, естественно, у нас ничего нет, кроме приложений. Вот. Теперь следующая задача у меня стоит. Найти хороший лаунчер. То есть вместо вот этого того, что мы видим, найти что-то более-менее. Ну, есть, я не знаю, ну там есть другие лаунчеры. Если вы какой-то знаете, ну подскажите. Попробую с удовольствием. Если понравится, оставлю с удовольствием. Вот так вот Movix Pro вводится. И не только Movix Pro вводится. У меня же есть еще приставка Movix Pro. Ой, Movix Pro просто. Не голосовой набор. На ней так же самое. Зашел, удалил это приложение. И все работает. Сменил провайдера. Все работает. Приставка, по крайней мере, не залочена к Dom.ru точно. Все. На этом все. Если видео было полезно, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока.